Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. И так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и старый мал ведут беседу с Богом. Она глоток живой воды, залог успешной битвы. Она преграда от беды, постигшей суть молитвы. Она орудие труда, она души блаженство. Через нее везде всегда приходят к совершенству. Аминь.